Поехали! Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает путь. Отлично! Есть! Ой, я боюсь уже ставить. Ставить боюсь. Та же песня, вот послушайте ее еще раз. В обратном направлении. Ваши варианты? Ну, это уже сложнее. А-а-а. Ну, можно еще раз прослушать, кстати. А, давайте. Не, давайте разбирать по частям. Поехали! Первая часть. Приготовились, слушаем, еще раз и пишем. Приготовились, пишем. Есть! Браво! Как он пародирует Ирину, посмотри. Да, он ее голос. Придыхание какое-то такое. Вторая часть. Циопирокс. 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 Приготовились, слушаем и пишем. Циопирокс. Пишем. Циопирокс. Есть! Записано. Быстренько третью часть. Настоящий. Приготовились, еще раз слушаем и пишем. Настоящий. Пишем. Настоящий. Есть! Записали! Предпоследняя часть. Где-то живот. Где-то живот. Где-то живот. Приготовились, слушаем и пишем. Где-то живот. Приготовились, пишем. Где-то живот. Есть! И финальная часть. Где-то живот. Вот она, вот она, вот она. Навел булат. Навел булат. Навел булат. Ага. Закончила петь. Навел булат. Приготовились. Еще раз слушаем и пишем. Навел булат. Приготовились, пишем. Навел булат. Есть! Браво, Марат! Number white. Не, ну... Я уж, если человек отгадывает песни задом наперед, то впрямую, я думаю, там вообще вопросов не будет никаких. Но так или иначе, давайте послушаем, как это получается. Итак, мы объединили все эти куски, развернули в обратном направлении. Слушаем! А сейчас можно? Вот, вот знаете, как вот в детстве. Как в детстве нам говорили, все тайное всегда становится явным. Вот наврали в первый раз, вот теперь расхлебывайте. Я у банка пишем, качается, скоро поесть, голубой вагон бежит, качается. Голубой вагон бежит, кончается, так спел Марат. Кончается, конечно. Когда-нибудь он должен кончиться, действительно. Согласен. Итак, уважаемые жюри, вам решать. Пожалуйста, оценки за второй конкурс. Прошу вас. Спасибо. Друзья, я подсчитала. Удивительно. Удивительно. И что получается, Татьяна? Опять лидирует команда из «Красного угла» под названием «Смешным премьер-министр». Со счетом 21-9!